Этот бык похож на настоящее чудовище, которое выбили в лаборатории, да еще и накачали стероидами. Его размеры впечатляют. При массе почти в 1,5 тонны он вдвое крупнее обычных быков. Под гладкой шкурой видно каждый мускул. Если такой бык ударит, то даже без рогов он сможет пробить стену. И эта впечатляющая мускулатура — не единичная мутация, а достоинство целой породы. Она называется бельгийская голубая корова. И у себя на родине считается настоящей гордостью селекционеров. Сразу представляешь какого-то безумного ученого, который пытался вывести армию суперсильных быков? Нет никаких гамма-облучений, как в случае с Халком, и даже простой генной модификации не было. Такая выраженная мускулатура встречается у многих животных в результате естественной мутации. Ген, который отвечает за рост мышц, просто становится более активным, поэтому организм в процессе развития использует пищу как строительный материал для такого внушительного мышечного каркаса в большей мере, чем в случае с обычными животными без этого гена. Такая мутация встречается не только у коров, но также и других животных, например, у собак. Однако селекционеры, которые занимались выведением бельгийской голубой коровы, приложили усилия, чтобы закрепить этот ген и случайной мутацией превратить его в стабильный признак породы. Для этого просто скрещивали коров и быков с этим геном между собой. В результате получился бодибилдер, который не только крупнее, но и намного сильнее представителей большинства других пород. Вот только бельгийского голубого быка выводили не для участия в боях или корриды. И это хорошо, ведь у матадоров тогда бы просто не было ни шанса. Эту породу быков выводили для мяса. Ты удивишься, но такой объем мышц делает мясо быка менее жирным, чем у курицы, и более чем втрое менее жирным, чем обычные говядины. А протеина, наоборот, намного больше. Кроме того, эти быки – настоящие добряки и отличаются очень уравновешенным характером. Конечно, дразнить их не стоит, но без причин такие быки своей суперсилой не пользуются и в атаку не бегут. А ты бы осмелился подойти к такому животному? Ответь в комментариях. Бык породы брахман выглядит как плод запретной любви коровы и верблюда. Но это, конечно, не так. Такие гибриды невозможны из-за слишком большой разницы в генетическом коде этих животных. Однако выглядит брахман действительно необычно. Огромное, мощное тело, крупная голова размером с человеческий торс и при этом массивный горб, который добавляет зверю примерно 15 сантиметров высоты и может быть настолько большим, что во время бега будет заваливаться на бок. Брахман – первая порода крупного рогатого скота, которую вывели на территории США в самом начале 20 века. Вот только, как понятно из названия, ее основой были породы, привезенные в Штаты из далекой Индии. Вес быка может уходить далеко за тонну, а в высоту около 2 метров. Его огромный горб – не украшение, и действительно играет такую же роль, как и горб верблюда. Он может быть вместилищем питательных веществ, если животному приходится обходиться подолгу без воды и пищи, поэтому этих зверей так любят фермеры США. Брахмана можно выпустить на вольный выпас и не переживать, найдет ли животное воду и еду. Даже если какое-то время он будет бегать по пустынной территории, запас жира в горбе поможет ему без потерь здоровья продержаться до того, как пища будет найдена в достаточном количестве. Такие способности заслужили твоего лайка, согласен? Кроме того, это не только один из самых больших быков на планете, но и один из самых стойких и выносливых. Его шкура настолько плотная, что животное практически неуязвимо к укусам самых крупных москитов и других кровососов. А значит, животное не будет болеть хворями, которые переносят эти насекомые.
Чианина – порода быков, которые напоминают облако. Нет, они не пушистые, но создается впечатление, что тень от такого гиганта действительно может накрыть небольшой город. Высота зверя примерно в 2 метра. Масса может достигать 1,5 тонны. Это делает его одним из самых больших быков в мире. Он настолько огромный, что соперничает в габаритах с молодыми гиппопотамами. Огромная сила, выдержка и, на удивление, спокойный характер сделали этого быка очень популярным. Чианина не только считается одной из самых распространенных пород в родной Италии, но и стала популярна далеко за ее пределами. Она считается невероятно древней, старше некоторых стран, в которых сейчас разводят эту породу. Огромные стада чианина пасутся во многих странах Южной Америки. Кроме огромных размеров, этот великан обладает шкурой, которая напоминает броню. Поэтому даже не только кровососущие насекомые, но и небольшие змеи не могут ее прокусить. То, что нужно для тропического климата, которому этот зверь хорошо приспособился и совсем не страдает от жары, которая могла бы загнать тебя в помещение с кондиционером за полчаса. Обычно корова намного меньше быка, примерно в 1,5 раза. Но в случае с породой Монбелиард дело обстоит иначе. Эти огромные животные впечатляют своими габаритами независимо от пола. Самая обычная корова вырастает настолько большой, что ее высота в холке достигает 1,80 м, то есть роста взрослого мужчины. Быки, конечно, тоже огромные, эта французская порода была выведена для получения молока и мяса. Логика селекционеров простая: чем больше корова, тем больше она может дать молока. И знаешь что? Так и есть. В год корова дает около 8,5 тонн молока. Достаточно, чтобы кормить маленькое село. А целая ферма может экспортировать молоко и продукцию из него, так что эти коровы – настоящий источник белого золота. Правда, большая часть этого богатства идет на сыр. Некоторые марки элитных французских сыров, например, Мондор, Монбир и Блоди Джекс, обязательно должны содержать молоко именно этих коров. Вот он, карьерный успех. Что касается быков, то их мясо ценится за практически полное отсутствие жировой прослойки, удивительную нежность и упругость. Извините, вегетарианцы, это сухие факты, а не пропаганда мясоедения. Немецкий ангус – необычная порода быков, которая сразу бросается в глаза своей массивностью. Масса коровы может существенно превышать 0,5 тонны, но главное – быки. Разница между полами у этой породы огромная, и самцы примерно вдвое тяжелее самок, достигая массы более 1 тонны. При этом костяк быков составляет всего 15% от веса животного, что довольно мало. Поэтому бык выглядит немного надутым с его широкой грудью, огромным корпусом и головой на сравнительно тонких ногах. Но нет, он не страдает от ожирения. Это естественные черта животного. Азиатский болотный буйвол – настоящий титан даже среди других диких рогатых тяжеловесов. Он на треть крупнее обычных быков при массе до 1,2 тонн. Но главное – габариты. Высота в холке болотного буйвола может достигать почти 2,3 метра. В длину он дорастает почти до 3 метров, то есть по габаритам это животное напоминает микроавтобус. Но больше всего впечатляют огромные мощные рога. Они немного изогнуты и обычно направлены назад, чтобы не мешать животному проходить через густые заросли. И не зря, ведь длина рогов диких особей может достигать более 2 метров. Если бы такое огромное оружие было направлено вверх и вперед, как у оленей, то после прогулки через лес буйволу пришлось бы чистить рога от птичьих гнезд и сломанных веток деревьев. Когда-то этот величественный зверь обитал на огромной территории по всей Азии. Западная оконечность его ареала достигала древней Месопотамии, тогда восточная достигала Южного Китая.
Кроме того, этот буйвол обитал и на многих островах, например, на Филиппинах и Малайзии. К сожалению, из-за вырубки лесов и освоения диких земель для сельского хозяйства сейчас эти буйволы обитают только в Индии, Непале, Бутане, Лаосе, Камбодже, Таиланде и Цейлоне. Тоже неплохо, не так ли? Вот только беда в том, что дикие стада буйволов соседствуют с домашними быками, которые находятся на вольном выпасе во многих этих странах. Эти домашние быки – потомки азиатского буйвола, которого приручили тысячи лет назад, поэтому животные могут спокойно скрещиваться. Это проблема, так как за столетия под опекой человека домашние быки сильно изменились, и их рога стали почти вдвое короче, появилось обвисшее пузо и изменился характер. Помнишь, каким был Тор в «Войне бесконечности», а затем в финале? Вот и здесь разница примерно такая же. Неприятное зрелище, согласен? Согласись, мотивирует заняться собой. Детеныши от диких и домашних буйволов обычно слабее, чем от чистокровных диких особей. Это плохо, ведь для взрослого дикого буйвола в природе почти нет достойных противников. Только тигры и самые крупные крокодилы могут нападать на взрослых самцов. Сражение тигра и буйвола – одна из самых впечатляющих дуэлей, которые можно увидеть в дикой природе. Противники достойны друг друга. Самый крупный и сильный дикий кот против самого большого и агрессивного дикого буйвола во всей Азии. Тигр подкрадывается к буйволу, чтобы наброситься на добычу до того, как она успеет пустить в дело рога. Хищник пытается добраться до горла. Менее крупным особям тигр может сломать шею одним ударом. Но взрослый бык слишком сильный, поэтому единственный шанс тигра – добраться до шейных сосудов своими клыками или задушить. Вот только копытный не сдается без боя и может затоптать тигра. А если заметит кошку слишком рано и успеет встретить прыжок своими рогами, то тигр в лучшем случае будет вынужден бежать. Кроме того, буйволы – стадные животные, и взаимовыручка копытных может оказаться для тигра очень плохой чертой. В худшем случае полосатый зверь сам станет жертвой. Но чем больше в диком буйволе крови домашнего кузена, тем он слабее и уязвимее для других хищников, вроде леопарда, волков и красных псов. А какой бык-тяжеловес поразил тебя больше остальных? Ответь в комментариях и не забудь подписаться на наш канал. Будем видеться чаще. Братишка, знаешь, что такое тренд? Это когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто в шоке от перспектив, как я сейчас. Если бы ты был уверен, что ценность какой-то валюты постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией, ты бы купил ее? Как сотовый телефон есть у каждого. Как доллар, которым пользуются в каждой стране. И первые будут зарабатывать миллионы. Зарабатывать на продвижении криптовалюты. Это товар, который нужен всем, но не все еще об этом знают. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей криптовалюты. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных. А что при этом получит каждый ее партнер? Полную финансовую независимость от государства. Полную свободу перемещения. Возможность покупать дорогие машины и дома. Отдыхать по 4 раза в год как минимум. А не для этого ли все мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Если ты хочешь выбраться из финансовой ямы и решить все материальные проблемы, то быстрее переходи по ссылке в описании и регистрируйся на самой большой, самой безопасной и самой популярной бирже криптовалюты в мире. И зарабатывай, как я сейчас это делаю. Ссылка в описании под этим видео.